Есть два центра, где разводили великолепных коней. Это Кабардан на Северном Кавказе и Карабах на Южном Кавказе. И в том и другом случае это был результат длительной многовековой селекции, когда выводились местные породы, но время от времени им, конечно, приливалась кровь арабских скакунов. Качество кабардинского коня крайне высоко. Он сам находит дорогу. Он великолепно ориентируется в пространстве. Он двигается одинаково ловко и по горной тропе над обрывом, и в степи. Он может быть и быстрым, и выносливым. Но все-таки шла специализация. Разводилась порода более быстрая, скаковая. Разводилась порода выносливая, тоже скаковая.